Нео. Мультиинструменталист. Этна. Традиция. Ты перехватил мои слова. Я думаю, Аркаим. Знакомьтесь, это Абзал Арыкпаев и Анар Касымова. А вместе они новая этногруппа с загадочным названием Аркаим. Абзала публика может помнить как участника коллектива «Туран», а Анар – экс-солистка вокально-инструментальной группы «Ардала». И вместе с тем, по уверениям музыкантов, она единственная в Казахстане женщина, обладающая древним искусством горлового пения. В этом, собственно говоря, и заключается фишка коллектива. Мы именно традиционные музыкальные инструменты, казахские, и не только казахские, кстати, и других народов мира, попытались преподнести именно в современной легкой обработке, которая именно интересуется и любит молодежь. Это такие стили, направления в музыке, такие как хаус, такие как рок, такие как хард-рок. На минувшей неделе Абзал и Анар не только презентовали свой дуэт, но и дебютную пластинку. В их одноименный диск «Аркаим» вошли как лиричные композиции, так и танцевальные с клубным звучанием. Ведь не зря целью коллектива является воспитание вкуса у молодежи, причем на этно-основе. Поддержать мультиинструменталистов и их CD пришли близкие и коллеги музыкантов. А меж тем дуэт планирует съемки клипа и с энтузиазмом надеется, что у нас будет такой же огонь гореть в глазах, что мы также хотим продолжать свое дело и будем не останавливаться, и увидим отклик именно в лицах, в душах, в сердцах других людей.